Главной темой республиканского совещания по итогам работы фармацевтической службы республики стал, конечно же, рост цен на лекарства. Среди мер по его сдерживанию замминистр рассказала об установке для аптек. Сегодня поставим задачу всем нашим первостольникам, работникам первого стола. При подборе пациентов, для пациентов лекарственных средств без рецептурного отпуска в первую очередь рекомендовать препараты недорогие, препараты, которые по карману нашему потребителю. На прошлой неделе несколько крупных фармацевтических компаний федерального уровня выступили с инициативой заморозить цены на самые популярные и недорогие лекарства. Сегодня выяснилось, что с аналогичной инициативой выступили и татарстанские фармацевты. Мы выступили с этой инициативой, предложили список лекарственных препаратов Минздрав и дали по согласованию препаратов. И если остальные фармацевтические компании согласятся, то мы надеемся, что цены на данные препараты будут заморожены. Среди мер по сдерживанию цен звучало также и популярное нынче слово «импортозамещение». В Татарстане есть все для обеспечения полного цикла производства лекарств – от клинических испытаний до поставки в аптеки готовых субстанций. Наша задача – сформировать рабочий кластер фармацевтической промышленности в республике. И наша республика имеет реальный шанс разработать и начать выпуск инновационных лекарственных препаратов, используя республиканский научно-промышленный потенциал. Александр Третьяков, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».